Ну что, ребята, всем здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем проходить с вами Far Cry 4, да, и в прошлой серии мы с вами остановились здесь. Нужно выбрать между Амитой и Самитом. Самитом, Сабалом, Амитой и Самитом, а нормально. Амитой и Сабалом, нужно выбрать между ними задание, да, собственно. Сегодня мы этим займемся, да. Если ты не видел прошлую серию, посмотри обязательно. Ссылка в описании находится на плейлист, да, с полным прохождением данной игры. Подсказочка там ниже, ниже описания находится прикрепленный видос прошлой серии, да, и также плейлист с полным прохождением данной игры. Вот, а мы, собственно, начинаем. Знаешь, поудобнее надевать пледик обязательно. При этом пить это кушать, начать пить кофе или пить воды при этом просмотре. А мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. Так, ну что, собственно, давай послушаем всех. Давай сначала ее послушаем, что она скажет. Думаю, тут ты права. Я знаю, это неправильно, но... Если Сабал будет тянуть нас в прошлое, Кират обречен. Давай на чайную фабрику. Защити поля. Так, его мы выслушали. Не-не-не, я просто выслушал. Так. О-о-о. Теперь его выслушаем, давай. Я в деле. Хорошо, что ты с нами, брат. Золотой путь был создан не для наркоторговли. Угу. Амита слегка не в себе. Отправляйся на чайную фабрику и сожги ее. Ну, я как бы что тебе сказал, я выберу Сабала в этот раз, да? Потому что я, в принципе, с ним солидарен. Вот. Так, ну что, место, наверное, вот это, выберем с тобой вот это. Поехали! Аджай, возьми что-нибудь зажигательное. Да, я уже взял. Врагов мы атакуем, подавляем и уничтожаем. Не, подожди, блин. Так, куда нам? Ух, сколько нам ехать, собственно, ну... Давай сделаем так, что переместимся, собственно, и, наверное, так будет быстрее. Здравствуй. Привет, мать. Рада тебя видеть, Аджа. Взаимно. Так, у нас, собственно, тут с тобой есть кое-что. Вертолетик наш с тобой, да. На нем с тобой и полетим. Да, как доберусь до здания, собственно, включить, чтобы не затягивать хронометраж. Я на месте. Убил. Целое поле. Зажги все. И победи, и урожай. Пусть Бейган в своем дворце увидит, как обращается в пепел его бизнес. Ну, поехали. О, навыки доступны. Ты испугался. Огонь!
Ракия! Пускайте воду! Мне нужен убийца! Тихо, тихо, тихо там. Ничего подозрительного. Да, улепетывай! Тут главное, чтобы они меня не заметили, поняли? И все. Блин, жалко, у нас миска с вами нету. Ну ладно, как решим сейчас. Ну похуй. Дай мне оружие. Ну ты... Кого, блядь? Бля, с испа было попроще, конечно. Короче, юспа он не... Окей, он... Окей, я понял. Он меняет не юспа, а этот, блядь. Огнемет. Ну ладно. Поехали сразу. Смотрим. О, снайпер.
Я могу обойти вообще как-то хоть? Могу. Так, три штуки, да, нам осталось с тобой. Ну, это довольно-таки легкая миссия, реально. Понял. Все равно вообще. Так, мне главное не спалиться, да? Тихо, 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 мальчик. Это стойка. Огонь повсюду! Не упустите ничего. Ай, подыщите! Выясните, есть там что-то. Что за хрень? Тут творится. Что теперь будет? Опа, еще один прибежал. Проверьте все. Видите, в чем дело? Обыскать местность. Там бродит убийца. Награду тому, кто найдет его. Найдите, кто это сделал. Ищите. Будьте начеку. Мы не знаем, что там. Так, и осталось где-то еще одна, да? Пускайте воду. Потушили. Какую воду, мальчик? Какую воду? Штабелей. У меня одна осталась. Yeah.
Да, вроде уничтожено, нет? Ой, все, пизду, все. Может, забуговалось. Окружай его. Ты же солдат. Беглым стреляй. Защищайте груз любой ценой. Стреляйте. Может, боится даже, видишь? Вперед! Давай, давай, давай. Чего, сколько? Да, да, да. Ух ты, хорошо. Да? Ты сучка ебаная. Давай, давай, давай. Давай, блядь. Иди сюда. Я тебя закопал. Просто? Чё-то я сомневаюсь. А почему ноль-то, слушай? А почему ноль здесь написано? Мне нужно вот эту, эти сломать. Ну вот и сломал и. Ну, я вроде уничтожил, нет? Все вроде. Вроде все прям уничтожил здесь. Эти мы сломали с тобой. Ну, забаговалось, что ли? Ну то теперь, видишь, никого здесь нету особо. А, вот эта тема нужна. А, ну. Похрен. Я его не вижу. Ну, с один. Ну, с второй. Вот так, ребят, сиспа кто-то делал? Отрублю тебе голову. А, вон там, что ли, вон они. Ой, все, мальчик, отстань от меня. Давай, ты сюда подойдешь, потом уже поговорим с тобой. А здесь что? Здесь же вроде все вроде. Или наверху где-то. Сейчас, 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 подожди, подожди. Подождешь? Реально, подождешь меня? Тварь, ты хуже собаки. Пусть побегают. У нас там еще точки есть. Трое всем. Просто патрон нету, блин. Вот это минус ЕСПА реально огромный, что нет патрон.
Граде патроны, пожалуйста. Похоже, сбежал. Подлый черт. Вижу врага! Откуда этот выстрел? Эйген Минпар! Все, все хорошо. Успокоился. А патрон все нету, и нормально. Все хорошо, да? Ну, все нормально. Как же хорошо, когда здесь, да, никого вроде нету. Прям вообще суперски, я вам скажу так. Ладно, погнали дальше. Здесь мы с тобой все сделали, собственно. А, вот эти темы нам нужны, понял? Сейчас могу... О, у нас тьма сейчас горится уже. Да все, 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 мальчики. Да, что переместимся быстренько, да? Поля. Жаль, я не видел, как они горят. Твой отец не просто сражался за народ, брат. Он хотел защитить эту землю. Это место — часть каждого из нас. А Мите этого не понять. Так, мы с тобой, собственно, все сделали. Лузгу сразу же на следующее задание, чего бы нет. Проходим только с этим. Окей, я сказал, я сделал. Хорошо, пройду всю игру только с двумя вот этими оружием. Слонобой и USP. Без проблем. Ну, только там, где, знаете, не требуется как-то совести с огнеметом. Типа, он нужен был. Вот, и я только лишь поэтому его взял. А так, в принципе, в целом, без... Короче, смотрите, давайте сделаем так. Где не нужно будет смена оружия обязательно, да, там, то есть, если прям по заданию не нужно поменять оружие, то я прохожу с этими оружиями двумя. Если нужно, то это не считается, окей? В целом, я прохожу только с двумя вот этими оружиями игру и без всяких вот этих вот изготовлений. То есть, ничего изготавливать здесь вообще не буду. Посмотрим, что из этого выйдет. Солдаты разгромили мой лагерь, но эти виды им не по зубам. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Псалмы 23 стих 4. Рад снова тебя видеть, Аджай. Готов послужить Господу.
Наверное. Я должен признаться, Джай, я боюсь зла. Не того зла, что несут себе люди. С ним легко справиться. Нет, я боюсь того зла, что таится во мне. Ты помнишь о моих грехах? О моей отвратительной прошлой работе? Это ты о бриллиантах? Да! И хоть кровь Агнца смывает все грехи, есть лишь одно спасение. Я должен покаяться и следовать заветам Господа нашего. Грехи не обошли Герат. Искорени их. Для начала найди заблудшую овцу и следуй за ней в убежище. Принеси мне то, что найдешь там. Ясно. И созовет он друзей, соседей, скажет он: порадуйтесь вместе со мною, ибо я нашел потерянную овцу. Ну ладно. Погнали, чё? Погнали. Let's go. Довольно-таки простенькие миссии тут, довольно простенькие миссии. Как говорится, не зря, так, не зря в КС-ку, да, играл? Не зря в КС-ку играл. Хорошо, понял. Поехали. На, ёпта. Боги хранят меня. Легко довольно-таки прошли, ну ладно.
пристрели... Да, тут только двое было, ну ладно. Давай. Да? Что-то не так, что-то у вас не очень много-то, ребят. Блин, ну патроны просто вот так говорю. Улетают только так. На-н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 а-
Нормально. Как говорится, сам задал вопрос, сам ответил. Здесь, видите, здесь хотя бы инструмент, который чинит машины бесплатно. То есть он с самого начала, как я понимаю, его не нужно покупать. А то, блин, в третьем портале он занимал слот, вот даже слот вот занимал для оружия. Это такое все было такое. А если не хотя бы думали сделать его это. Сам. Вот я говорю, сейчас покажу про какой инструмент. Кто не понял, сейчас покажу про какой инструмент я имею в виду. Или нет, или мне кажется. Нет, не про него я говорю. Я же его доставал. А, наемник можно выбить. Или нет, или я ошибаюсь. Ладно, может, я ошибаюсь. Ну. Ладно, ну просто прошлую серию у меня сам выскочил, появился. Ну ладно. Ну ладно. В принципе, довольно-таки легко было. Так что почитаем. Тайник Сарбаджита. Сарбаджит или Сарбаджит? Ну, Сарбаджит, наверное. Вообще, если неправильно читаю, да? Произношу имя или фамилию. Думает, что я идиот, но я не знаю про его пещеру рядом с домом, где он прячет свои рупии. Сарбаджит думает, раз он снабжает своей огненной мочой капрала НАТО и его болванов на острове, он в безопасности. Сарбаджит еще горько пожалеет о том дне, когда он связался со мной. Сегодня ночью Сарбаджит поплывет на остров на своей лодке. Сегодня ночью озеро станет его. Ну, осуждаю. Такое. Соскучилась, да? Не переживай.
Так, ну, я думаю, погнали на эти звездочки две, видишь, да, две звездочки есть. Две звездочки как раз есть, погнали на них. Или погнали вот по на У, Э, вот это все дело, погнали лучше туда, я думаю. Вот, звездочки мы еще успеем, да, выполним, там сюжетка, в принципе-то. Почему бы и нет, почему бы и нет. Так, доберусь, включу, чтобы не затягивать хронометраж. Так, мы с вами уже подлетели вон задание, оно там сзади находится. Но для начала давайте с вами активируем вытяжку, да, чтобы было получше, собственно, а, вот челики. Пам-пам-парам, пам-парам, пам-пам, пам-парам, пам-парам. Вот так вот все и решается. Быстренько. Довольненько. Так, где? Не понял. Ага. Угу. Так, активируем особую вышечку, да? Так, ну что, let's go. Погнали, собственно. Погнали с тобой вот на вот этот Y зеленый, да, на У. Он прям здесь рядом находится, там, миссия. Теперь нас услышит больше людей. Продолжай захватывать колокольни, и Кира скажет тебе спасибо. Угу. Так, где? Вот сюда нам с тобой. Опа, записочка, да, прочитаем. Ну ладно. Значит, не прочитаем. Типа укатать, как умотать. Не, приставки разные, а значение то же самое. А, типа как сцепить, зацепить? Да. О, черт.
Ом нам Шивая, 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 Шивая. Ом нам Шивая, Шивая. Здравствуй, брат. Ты попал в обитель света, куда нет пути демонам внешнего мира. Расслабься. О, брат наш, Ом нам Шивая, Шивая. Он пришел издалека, ему нужны ответы. У нас есть ответы. И очень недорогие. Ага, за все надо платить. Да. Устроили цирк, понятно. Нам видится. Нам видится? Ты хочешь знать, кто мы? Да, нет. Я йоги, а это Раджи. А ты странник, ты... Ты сын легенды. Я хочу знать, что вы здесь за цирк устроили. Я вижу опасность и мать с сердцем чернее ночи. Аджай Гейл. Приветствую в нашем ашраме. Что привело тебя сюда? Это дом моих родителей. Не пойти ли вам? М? Что? А чё он нас выгоняет? Не знаю, спроси. Ты спроси. Эй, я тут. А, он тут. Молодец, знает, где он. А, да? Входи же, не робей. Куда входи, блядь? Ну да, типа, чувствую себя как дома. Может, вам выйти? А мы всё уберём. Вот прям буквально сейчас. Но сперва... Может, выкурим трубку мира? Суждаем. Ну, пока мы тут перетираем. Ты же не откажешься, а? Думаю, мне и так неплохо. Так что вы тут делаете, а? Аджай, мы представляем интересы одного влиятельного деятеля. Да, она хотела бы устроить встречу, типа полный фуршет. Ты на первое. Ну, пряник не пошел. Значит, нужен кнут. Эй! Какого? Опа! Черт! А я вас запомнил, ребятки, я вас запомнил. Я вас запомнил двоих, блядь, клоуны ебаные. Сейчас, клоуняры, сейчас вас встретимся еще раз. Сейчас встретимся еще раз. Я уверен в этом. Это что за... Народ Скирата, кого вы славите? Храбрых слонов? Этого я не помню, кстати, я до сюда не доходил. Яростных тигров? А может быть, вы славите террористов? Сын террориста Махана Гейла, дезертира Золотого Пути, убийцы невинных стариков, женщин и детей Кирата. Он предал свой народ и продал душу ради загнивающего Запада. Но теперь он здесь. Ты что говоришь? Тебя ждет суда. Что скажете, народ Кирата? Мать, ты с кем разговариваешь? Никого нету. Гейл! А. Мать, ты что? Блин, я их трек запомнил. Я их запомнил. Last Round. Фейпи, что? Кое-кто верит, что ты можешь все изменить, Аджай. Не упусти свой шанс. На арене смотри под ноги. В песке спрятано оружие. Если погибнешь, все планы пойдут прах. Мать, а что происходит? Останови-то! О, ля-ля, стой! Ты, конечно, сексуальная, Аджай, красивая, но... Приветствую на арене. Успокойтесь! Понятно. Там, ладно, он еще голый. Нож. Ох ты, блин. А можно оружие? Так, волчара от души. Поехали. Волчара от души. Спасибо, волки. Тихо, давай поговорим.
Бля, дай мясо. Мать, так нечестно. Давай. На, ёпта. Тихо. Ай, больно. Пусть файтится. Понятно. Ну давай, шо. Вам так интересно, да? Весело. Бля, я этих клоунов запомнил. Я этих клоунов запомнил. О, третий раунд. О, блядь. Да, такое все шоу, если честно. Где? Угу. Подожди, мать. Мать, ты херню несешь? Что происходит? Возможно. Ой, ребята, а чё у вас так много-то? Ой! Уйди! Хорошо. Я не помню то, что это за задание вообще. Блин, ну я этих двух запомнил. Кого ты там? Что сделаешь? Собой разберись для начала. На. Да, патрон не тратит 100%. Ему все равно? Мужик, тебе все хорошо? Извини, брат. Так, надо хпшки контрить. Так, одна есть. Мать, ты херню несешь? Так, успею. Мать, ты херню несешь? Успокойтесь! Ну ладно, let's go. Так, одного вижу тут. Угу. Тебе похуй? О, блядь!
твари сжимают. Да ему похуй, понял. Да, вы его вообще классно проебать, да, вот здесь? Пизда-то вообще было бы проебать здесь. Тебе конец! Чё за клоунадство, блин? Я двоих запомнил. Я запомнил их. Сейчас мы их встретим. Сейчас. Просто салонобой. Бам! Ну и все. За мной. С какой радости? Ля, какие. Узнаешь. Ты посмотри, ля, какие. Посмотри. Иди в пень. Стой. Жди тут. Ух, какие. Выслушай. Прав. Ух, какие. Прошу. Моя семья у Пола. Их убьют, если я хоть раз ослушаюсь приказа Пейгана. А я тут каким боком? Золотому пути нужен Пол. Мне нужно спасти семью. Ты мне, я тебе. Как? Я знаю путь в крепость. Да, Джай. Полегче с Реджи и Йоги. Их используют, как и нас. Ну все, ну подожди, я с ним просто поговорю. Просто слонобой возьму и поговорю с ним просто, и все. Там как раз два патрона, ну и все. И хватит, в принципе. Просто поговорим. Арена? А, надо собрать себе арену. Хорошо. Где мы вообще? Так, погнали, сразу дам тебя на букву Н. Саус туда сгоняем и... Фу, хотя бы все нам оставили, наши вещи. Они пешком идти? Ох, я бы с удовольствием показал тебе свои хранилища. Сейчас я смотрю на все богатства Керата. Золото, статуэтки из слоновой кости и нефрита. Милые безделушки. Хотя, вообще-то, что смог, я продал на запад, а что не смог, переплавил в нечто более... Они сами себя грабили сотни лет, вместо того, чтобы заставить золото работать на них. Это тебе урок, Аджай. Люди лицемерны. Они всегда хотят обвинить кого-нибудь в том, что их жизнь дерьмо, и никогда не хотят разделить ответственность. В следующий раз, как начнут ныть о школах и больницах, вспомни, что их богатство веками пылилось в старых монастырях. Никакой пощады! О, машина, все вижу. Ну, можешь пешком идти. Ты! Я тебе башку оторву! Так, ну давай, когда еду, собственно, так включись. Чтобы не затягивать хронометраж. Можно стрелять из машины? О, ничего себе, прикольно, такого вроде не было. С третьим Far Cry, вроде как не было. Может и было. Так, ребят, мы с вами почти пришли. К заданию, собственно. Угу. Да, ну, что, сейчас поговорим. Сейчас вот это берется оружие просто, вот это вот берется, слонобой. И все. И разговариваем. Что, как и тому подобное. Что?
Ну что, ребятки, я к вам. Ладно, прочитаем наконец-таки. Да откроет возможность твой разум. Оказались на перекрестке пути самопознания и дорогие желания. Ищите проводника по вечной изменчивой мультивселенной. Жажете возвысить псевдобожественное сознание. Добро жаловать в гуру Ашрам. Великий пророк йоги укажет вам путь к рассвету, прозрением физической интуиции. А, да? Сейчас с, луня... сейчас с лунярами поговорим мы этими. Да, 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 заходи. Живые сейчас! Остынь, друг, и знаю, ты злишься на Дональда, но у нас тут оказия вышла. Неприятность. Я йоги, мудак. Убил бы обоих. А, стой! Хочешь грохнуть Реджи? Я тебя не виню. Мы застряли в этой странной стране, как и ты. Они забрали наши паспорта. Вот и приходится подрабатывать. Пойми же. И в Индию не вернешься после истории с коровой. Коровами. Да, коровами. Так много коров. 10 лямов просмотров на YouTube, прикинь. Правда? А, да, это было... Эй, мы думали, Нур хочет поговорить. Кто же знал, что она кинет тебя голым на арену? А что ж тогда ты поставил против него? Да, но только формально. Я тупо перестраховывался, чуви. То есть, друг, а я, между тем, не сомневался. Ставил на тебя, правда? И я с удовольствием поделюсь. Например, 60-40. Ну, мне 60-40. 60? Да. Тебе 40, или мне 60. Мало? Давай, 40-60. Да, ты мне... бери все, заслужил. Ну, даже так. Дрался, размахивая болтом. Да, мы очень впечатлились. Его болтом? Тем, как он дрался, дебил. Прям гладиатор. А я спартанцев вспомнил. Проваливайте из моего дома. Я забираю его обратно. Попадетесь мне еще раз? Убьем Дональда. Я йоги. Дунем? Брысь. Уже. Ща, только вещи соберем. Да, их много. Бардак тут, да? Но сперва. Бля, я че... Чё, уж предупредительный, блядь. А, и что в ней было раньше? Ханка, наверное. Она родимая. И что с ней случилось? О, да! История была зашибись. Ну да, скандалы, интриги, наркота, все такое. Можно краткую версию? А, не вопрос. Мы только прибыли в Керат. С корабля на бал, типа. Ага, и стали проверять, что тут, значит, выращивают. Интересно же, и ожидания оправдались. Еще как. И все это благодаря одному местному гуру. Он открыл нам чакры. Ага, и мы тогда просто ушли в нирвану. Никогда такого не было. Когда отпустило, мы спросили, где достал. Так мы узнали о Шангрила. Шангрила. Типа призрак древнего Керата. Древний Керат. Ну да, и его... На самом деле его как бы не было, прям по Шрёдингеру. Керат Шрёдингера. Так, давайте к делу, к сути. Ага, о чем я? Этот гуру сказал, что был в этом волшебном месте и прихватил кое-что с собой. И в этом как-то участвовала загадочная тханка, которая прямо тут висела. А куда она делась? Ну, кто-то разорвал ее на куски, а потом разбросал по всему Керату. Ну, да это ничего. Старик продал нам карту. А? Ведет в пещеру неподалеку. Да, там еще вход стрёмный. Да, просто жесть. Мы такие хотим туда пройти, но нам как будто внушают. Сюда нельзя или типа того. А карта где? Подозреваю, что мы ее скурили, но не парься. Пещера вообще рядом. Иди на запад. Да, вот. А как увидишь дверь, на которой стрёмная рожа, значит ты пришел. Да, и травы для нас прихвати. Да, ёпта. Они собираются, ну, уходить из дома или нет? Идите из дома. Ну, да, свалить еще. Ну что, let's go! Появление защитника. Let's go. Выполним свое задание с этим. Еще куда-то в ту сторону идти. Да, долечу так и... Включусь, чтобы не затягивать хронометраж. Мари, опа! Костюм крыло, который мы купили с тобой.
О, нам показалось. Там сзади чел был, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. И как нам? Ага. Ладно, допустим. Да уж, какая-то странная пещерец. Какая-то странная пещера, конечно, но ладно. Шангрила, Кира, дочь бога Балашура. А почему опять он без одежды? Почему опять без одежды? Не смотрел на длину вниз и понял, Калин, что я прибыл. А предысторию показывает? Осталось что-то прыгнуть вниз. Осуждаем, не надо! Не-не-не-не-не, мужик, не надо. Я был юн, я только что стал воином короля Кирата и получил имя Калинак. Меня обучали считать короля, но он выбрал меня до иного дела. Для иного дела. Меня поставили найти Шангрила, рай на земле. Скажи мне, как описать неописуемое? Единственный способ показать рай и явить его себе, собой. И вот явить его собой. Себе, блин. Нормально он. Что происходит вообще? Какой-то другой вообще персонаж играл. Но путь сюда был долго труден. Я много пережил. А не то, что прежде. Но я был дураком, считаю, что в этом районе страданий. Я до сюда уже точно не проходил. Это вообще, ну, я до сюда вообще не проходил. Тигр, знаешь, какого ты открыть, по-моему, порождение нового мира, защитник. Зов огромного зверя прошел насквозь.
Велика видова была в лесу, где размещался дом, но отчего? Не, красиво сделано, красиво, не спорю. Шангрила вторглись демоны, и не ради просветления. Кто-то что-то хочет присвоить Шангрила себе. Опа. Тебе вернулся из царства мертвых. Не спаси меня, а заключить союз. Шангрила, тигр. Найдите прицел на врага и нажмите А, чтобы выбрать его. После этого тебе атакуют указанную цель. Тигр может учуять врагов и стать для них невидимым. Ну ты прикольно, тем просто ходишь. Интересно, очень интересно. के साथ बड़ा हुआ हूं लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों वो इतने बड़े थे उसे मारो Не понял. А как? Ладно, поехали. У него тоже стамина есть.
Аби, чао. Так, хорошо, у него стамина. У тигра тоже есть стамина, грубо говоря, окей. Что, как нам стоит перевернуть их? Мэ прахтна ке пайон ке саат бада хуа ху. Лекин инко дэк кар айса лага ке е девтаун ке лие бинае гае ху. Во итне баде тэ. Да, сначала его. Мя, брат! Да, ну тигр имба вообще полная. А, смотри, они снова здесь появляются. А, вот так. Понял.
Типа как это? Арена, что? Вскоре понял, что чудеса, видимо, мной имели какой-то высший смысл. Шангрила пыталась защитить себя от зла. Отчинником сделать меня. Ох ты, бля. Ладно, первым тот пойдет. Бэх там появилось, смотри сколько. Мы ждем, пока тигр это на. Да, ну это интересно задание, кстати. Это прям интересно, интересно. Ой, тихо, тихо, тихо. Ну ждем, тигр просто имба. Ты так понимаешь, здесь как арена, понял? Они и какое-то количество их нужно здесь покромсать их и потом оп сюда и крутануть его уже. Пошел, родной. Да, он того пошел. Да все, пока давай. Ты кто, мать? А все, у меня анимация. А у меня анимация не считается. Глазам своим не верю. Статуя Кира явила мне первый испокон в Шангри. Ты кто, блядь? Ты кто вообще? О, от души. Так, куда нам? Нам туда. Вверх с тобой, погнали. Прикинь, это кто вообще был в маске? Интересно вообще. Ну, погнали наверх. Блин, ну честно, сделали красиво, хорошо, красиво, атмосферненько, не спорю. Не надо так, не надо. Кого, бля? Успокойтесь, пожалуйста, чуть-чуть. Подвиси колокол просветления. Хорошо. Шангрила испепелитель. Ага. Он испепелит. После этого совершить убийство, испепелитель, напав на него сзади, пока он ему не давался. Хорошо. Поехали сначала с этими. Так, ребят, что-то даже запись остановилась, потому что местные диски. Что-то как там, короче, запись что-то остановилась резко, да? Вот, оборвалась. Так, собственно, что? Блин, это жесть, я не знаю, кто проходит, честное слово. Сначала.
Там давай, бля, давай. На, ёпта. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас он остановится, тигр. Но их не так много осталось, по факту. Пошла, 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 пошел. Давай, бросота, давай, где-то, давай, давай, давай. На, ёпта. Поехали, мразоты, твари ебаные. Пососали вы, бибу. Детство отец рассказывал, у меня около как Шангрила. И их звон ощущал землю. Просто пробежали. Можно было и так, короче, от зла. Но он говорил, не будешь слушаться, и звон до тебя доберется. Я тех колоколов боялся. Клинок, впрочем, не только я, клинок. Ну так вот. Так для чего нам эта история? Вот это я ничего не помню, ничего не пойму. Это я чуть не пойму, для чего нам эта история вообще? Интересно было бы узнать. Но прикольно, прикольно сделали. Какого черта? С возвращением в реальный мир. Что произошло? Я в порядке. Ты пришел сюда с танка. Да, и ты повесил ее в рамку, а потом улегся на пол и уснул. Да. Ты был в трансе. Бормотал что-то. Что было-то? Сам не понял, до сих пор в шоке. А раньше эта штука тут была? А, это семейная реликвия Гейлов. Передается из поколения в поколение. Я разве не говорил? Нет, не говорил. О. Ты просил короткую версию. Да, а мы просили тебя прихватить немного той чудной травки. Ты нашел ее? Я вроде как занят был. Да, а, ну ничего. Да, да, суждаю. Ничего, ничего. Да, забей. Но, если найдешь эту танку, помни про нас. Так, все, мы валим. За остальным барахлом кого-нибудь позже пришлем, ладно? Ну да. Мир, брат. Мир, брат. Вот так вот. Задание выполнено. Так. До сумного задания.
Ну, это сразу к ним, погнали сразу же еще раз. Сразу к ним, погнали. Не так далеко они переехали, знаешь. Так. Получилось! Говорил я, кто-то там есть! Я видел сквозь деревья. Чё? Хрен там, ты услышал шаги. Сам знаешь, я тук на ухо. Помнишь Сан-Паулу? А, тот тромбонист. Однорукий тромбонист. Но раз Аджай здесь, пусть он рассудит наш с тобой спор. Он-то может, но... Он наш гость. Окажем теплый прием. А, не волнуйся. Отличная дурь. Угу. Мы называем ее Окаджа. Раздвигает границы восприятия. Но для полного эффекта... Вот. Опять снова? Бля, это надо было с первого раза и просто. Со слонобоем поговорить надо было с ним. Просто слонобой и поговорить с ними нормально уже. Бля, да, я в шоке, конечно, я в шоке. Опять снова Кутхёну. Аджай, извини за сюрприз. Йоги переборщил с инъектором, но нам нужно было перевести тебя для эксперимента. Эта партия инъекторов должна прогнуть стены восприятия, возвысить разум, даруя новый уровень сознания, духовно-космическое единство с окружающим миром. Лучше не сопротивляйся на измену, высадит. Дозу хоть раз на то, чтобы к нам дошкандыбать. Суждаю, блядь, суждаю. И как? Нормально, все хорошо. Какие-то животные, вот смотрите. Тихо, 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 Мишка, Мишка, тихо, тихо. Что за черт? Где я? Он же нас не будет Мишка трогать, а Мишка нас не трогает, слышишь? Чё это вообще такое-то, этот? Блю Драгон, блядь. Пока 3 Блю Драгон, вот этот, который мы проходили с вами. Тоже ссылочка, кстати, в описании находится. И на Тайс Фагай тоже находится, ссылочка в описании вам. На плоде с полным прохождением, тех игр. Шибая. Так что вот так вот. Йоги.
Эджи, это вы? О, черт! Чем они меня не качают? Не, проще пешком. Даже не знаю, куда идти, блин. Да, что происходит вообще? На-на. Сороги, блин. Сам изготовил. Брат наш, он нам шивая-шивая. Он пришел издалека, ему нужны ответы. У нас есть ответы. Правда? Дороги, блин. Что еще происходит? О! Если бы не мог... Друг мой, у меня куча отличных товаров. Что происходит, я не пойму вообще. Все хорошо. Да?
пригодится. Спасибо. Бля, у меня уже глаза устали от этого всего. От этого всего. Ёпты. А я этого не помню. А я зачем-то помню. О боже! Как ты мог? Как? Со стороны это еще хуже. А, всего полминуты пока, дальше хуже. О, Аджай! Вижу, мой ништячок неплохо сработал. Наш ништячок? Наш, да. Накачали наркотой. Но снова. Наше дело предложить. Да, и ты живой вроде, чуть-чуть не считается. Зато рецепт теперь знать. Да, и ты в любое время можешь прибегнуть к этой суперсиле. Как супергерой прям. Точно. Какой, блядь, суперсиле? У нас этого добра завались. Осуждаю. Приходи к нам, когда нужен волшебный пендель. Осуждаю. Лады? Осуждаю. Ну а пока? Пока? Что-то они меня что-то подбешивают уже. Осуждаем такое. Так, что у нас next с тобой? Ну, сюда телепортнемся, собственно, я думаю, на этом закончим серию, потому что так долго, длинная серия получилась. Реально довольно длинная. Да, но что-то эти клоуны как-то такое. Все, в принципе, все. Спасибо за игру. Спасибо за просмотр, ребята. Вот такая серия была, в принципе, довольно интересная, необычная. Но я так и не понял, для чего нам ту историю рассказали, точнее показали. Напишите в комментариях свое мнение. Будет интересно мне почитать. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.